установить опорный кронштейн для гибкого пластикового кабель-канала. А затем также с помощью винта закрепите и сам кабель-канал на направляющей. Открутите транспортировочный винт. Далее установите ограничитель с транспортиром и зафиксируйте барашками крепления. Прикрепите подножки к поддону. Установите плиткорез в поддон с ножками. Перед началом использования заполните поддон водой так, чтобы заборная часть насоса была полностью погружена в воду. Теперь электрический плиткорез готов к эксплуатации.